Пара часов остается до начала первого матча сборной России по хоккею на стартующем чемпионате мира. Турнир будет проходить сразу в двух странах, в Германии и во Франции, нашей ледовой дружине. Игры группового этапа выпало провести в Кёльне. Ажиотаж вокруг российской национальной команды, как всегда, большой, билеты разошлись быстро. Репортаж Александра Садокова. Мы приехали, чтобы победить. Переоденемся, будем все красные. Наши болельщики в городе – верный признак того, что вечером играет сборная России. Мы традиционно среди лидеров не только по игре, но и по числу фанатов на трибунах. Россия, Россия вперед! Счастливчики разбирают последние билеты на первый матч турнира со Швецией. Ваши билеты? Да. Последние достали. Полчаса стояли. Да. Удачно нашей стране. Матчи чемпионата мира в Кёльне будут проходить на крупнейшей ледовой площадке Европы – Lanxess-арене. Она вмещает почти 18,5 тысяч зрителей. Но по-настоящему оценить всю масштабность этого сооружения можно лишь изнутри. Сейчас мы находимся на верхнем ярусе зрительских трибун. Разглядеть шайбу отсюда удается лишь с очень большим трудом. Но организаторы уверяют, что во время сегодняшнего матча России и Швеции даже эти места будут забиты под завязку. Тем временем наша команда накануне стартовой игры провела в Кёльне уже вторую тренировку. Как признаются хоккеисты, в Германии непривычно мягкий лед. Коньки в нем словно утопают, и ноги устают быстрее. Тренировочных нагрузок не выдерживает даже экипировка. Вот во время короткого перерыва залатывают перчатку нападающего Александра Барабанова. Времени разносить новую нет. Ведь всего через несколько часов нашей сборной предстоит выйти на лед против одного из фаворитов турнира – команды Швеции. В прошлом году на чемпионате мира в Москве Россия разгромила скандинавов 4-1. Неделю назад в Евротуре наша команда обидно уступила шведам в овертайме. Капитан сборной Сергей Мазякин, единственный из нынешнего состава, кто в 2010-м стал здесь же, в Кёльне, серебряным призером чемпионата мира, говорит, это даже к лучшему – начинать турнир матчем с таким соперником. Сразу же проверка хорошая. Швеция всегда была сильный соперник, и против нее, наверное, всегда нелегко. Хорошие вратари всегда были. Нападение тоже. Не знаю, мобильная такая катающаяся команда. Я думаю, будет тяжело. Впрочем, игрокам красной машины, чьи цвета наша команда с гордостью носит на форме, к трудностям не привыкать. С этим прозвищем связаны самые выдающиеся победы отечественных хоккеистов. Но в этом сезоне у россиян появился и свой девиз «Идем на таран». Будем надеяться, что это и станет лозунгом нашей сборной на стартующем сегодня чемпионате мира по хоккею. Александр Садоков, Филипп Красильников, Кёльн, Германия, Первый канал. Игру «Россия-Швеция» на чемпионате мира по хоккею в прямом эфире покажет Первый канал, начало в 17:10.